Итак, доброго времени суток, дорогие друзья. Вашему вниманию хотел бы представить черный Hyundai Solaris 2018 года. Машинка в очень хорошем состоянии. Пробег у нее составляет 117 тысяч километров. Коробка передач полностью автоматическая. Двигатель объемом 1,6 литров. Дорогие зрители, предлагаю перейти к передней части автомобиля. Это к пассажирскому и к водительскому сиденью. И, соответственно, к тому, что к ним прилегает. Открыв дверь, мы также можем увидеть вот такой вот чистенький, опрятненький салончик. Сиденья также комфортно, качественно обтянуты. Вам будет в них сидеть комфортно, удобно. Давайте присядем в саму машинку. Вот такой вот у нас ключ зажигания. Давайте для начала все, что сделаем, это заведем наш автомобиль. Автомобиль у нас оснащен вот таким вот мультирулем. Мультируль у нас с функциями разговора, сброса трубки, прибавления и убавления. Оснащен вот таким вот сенсорным таблом для прослушивания музыки, для просмотра видео. Есть также кнопочки радио, медиа, мэп и так далее. Вот такая вот у нас приборная панелька. Дверь у нас, как и по стандартам, с водительской стороны, это электрические регуляторы боковых зеркал, правая, левая. 4 стеклоподъемничка. Включение фар и выключение фар. Собственно, как и здесь. Вот такая вот у нас автоматическая коробка передач. Все как и по стандартам. Паркинг, задний ход, нейтраль, передний ход. Ну, давайте все вернем это дело на паркинг. Также у нас машинка имеет два прикуривателя. Разъем под AUX и под USB. Уважаемые зрители, теперь предлагаю перейти к задней части автомобиля, к пассажирским сиденьям. Открыв дверь, мы можем наблюдать вот такой вот чистенький, аккуратненький салончик сзади. Перейдя к самим сиденьям, можно сказать, что у них достаточно неплохая, хорошая обтяжечка. Сиденья состоят из высокопрочной ткани, сиденья комфортные, удобные. Также дверь у нас оснащена, как и по стандартам, одной кнопочкой стеклоподъемника и дверной ручкой. Данная машинка у нас пятидверная. Все как и по стандартам. Предлагаю начать с багажника и со всего того, что ему прилегает. Сзади у нас машинка оснащена парктрониками. Ну и непосредственно переходим мы к самому багажничку. Открыв багажничек, мы можем увидеть его как чистый, ухоженный, большой, объемный багажничек. Поместится сюда много габаритные грузы в том числе. Если вам понравилась данная машинка, то приобрести ее можно у нас в автосалоне «Столица». Находимся мы по адресу Заводское шоссе 7 в городе Самара. Приезжайте, все подробно покажем, расскажем, затест-драйвим. Приобрести ее можно как за безналичный, так и за наличный расчет по системе Trade-in в кредит. Всем спасибо за просмотр.